Ваня, надо же, ты зарядку делаешь. Нет, у меня послезавтра занятие по паркуру. Первое занятие, вот тренируюсь. Тебе не страшно? Ну, со мной же инструкторы будут. Какой ты смелый, я бы никогда не решилась. Ты что, не хочешь экстрима? Как ты думаешь, что такое экстрим? Ну, это буря эмоций. Это эмоции и впечатления новые. Ну, безусловно, это какое-то действие, которое повышает настроение, вырабатывается адреналин, ну, собственно говоря, ну, это интересно. Если без специальной подготовки ты делаешь какие-нибудь трюки, то ты можешь получить серьезную травму, а можешь вообще быть летальный исход. Что экстремального ты сделал? Поточнее. Я катаюсь на каноэ по горным рекам. Но мы когда катались, у нас были очень большие водяные пороги, и у нас подскочила лодка, и нас чуть не перевернуло. Тебе было страшно? Нет, это было очень весело. Я прыгала с парашютом. Ну, чувство как будто преодолел себя. На самокате можно выполнять много разных трюков, которые требуют специальной подготовки. То есть без подготовки ты можешь получить травмы. Вы сами совершали какие-то экстремальные поступки? В детстве, да. А сейчас? Вырос. Но было бы интересно. Например, с парашютом еще можно спрыгнуть. Например, скажем, на велосипеде по трамплинам скакать уже не мое. Скажи, а как ты считаешь, вообще нужно рисковать своим здоровьем ради каких-то таких безумных поступков? Ну, это зависит от человека. Если он хочет рисковать, то пусть рискует. А ты бы сам стал? Ну, я думаю, нет. Самое главное, что есть, это жизнь. И если уже какой-то риск создается, то стоит ли оно того? Да, и, безусловно, риск должен быть с какой-то даже страховкой, потому что надо думать не только о себе, но то, что у тебя есть еще родители, там, близкие, которые будут тоже страдать, если что-то случится. А как ты думаешь, человек сможет прожить без экстрима? Ну, проживет, но скучно. Вань, ты хоть маме сказал, куда ты собираешься? Ну, она же запретит. И правильно сделает. Ну, без приключений же неинтересно. Я тоже за приключения, но чтобы без риска себе что-нибудь сломать. Доброе утро!